Всем привет! Всем привет! Вы на канале Мистер Дим. Сегодня мы продолжаем готовиться к светлому празднику Пасха, да? Будем декорировать яйца. Вот мы их подготовили уже. Даже такие маленькие сварили. Вот перепелиные. Да, Дим? Дима их очень любит. Мы будем их украшать вот такими вот. Вот такой у нас есть набор для декорирования пасхальных яиц. Ухо! Такие смайлики веселые. Тулеч! Да, вот такие вот есть термопленочки у нас. И вот такие еще клоуны тоже называются золотые ручки для детского творчества. Будем открывать. И еще у Димы, дай посмотрю, что это у тебя там. Барбоскины, да. Мы сейчас сделаем, пока наши яйца остывают, мы с Димой сделаем вот такую вот классную объемную картину 3D. Да, Дим? С барбоскинами, да? Давай будем делать. И еще попозже чуть-чуть откроем вот такое вот яйцо. С праздником Светлой Пасхи называется. Внутри карамельки и игрушка. Давай открывать картину будем. Давай. Посмотрим, что же это за интересная картина такая у нас. Коробка. Да? Называется... Ой, смотри, Дим, даже рамочка здесь есть. Рамочка? Рамочка, да, вот. Какой-то вот фон зеленый. Вот они, смотри. Класс. А это, смотри, это скотч двухсторонний. А вот это, наверное, можно нашу картину будет приклеить на стену. Ну, давай будем смотреть. Вот тут инструкция у нас есть. Да. И будем делать. Тут ножнички нужны. Дим. Так, вырезаем мы Тимошу. Так вот, мы вырезаем все фигурки. Сейчас мы всех вырежем и потом будем их делать большую, вот такую вот красочную, да, красивую картинку. Вот Дима открыл яйцо. Давай заглянем вовнутрь. Ой, все, молодец, Дима сам открыл. Вот такое внутри чупа-чупс. О, зайчик. Дима зайчик. Дима зайчик. Пасхальный зайчик нам попался. Вот такой вот классный. Это, по-моему, девочка даже, Дим. А, она с баночкой варенья, Дим. Дай покажу. Сейчас. Сам посмотри. Давай. Нам попалась девочка с вареньем. Ну, чудо, я здесь ее не вижу. Ну, наверное, она из другой серии получается. Вот, собери коллекцию игрушек, написано. Христос воскрес. Вот такой зайчик. Дай покажу, какой нам зайчик попался. Топ-топ-топ. Вот такая нам девочка-зайка получилась. Миленькая, с баночкой варенья. Вот так мы уже наклеили вот двухсторонний скотч. И на него сейчас будем наши вырезанные детали прикреплять. Это дружок с его другом Тимошкой, да? Мы сейчас их приклеим. Вот так. Вот сюда. Да, вот мы, смотри, приклеились с тобой. Вот у нас уже такая объемная получается картинка. Сейчас мы будем вырезать третий слой и приклеим его. Так, мы приклеиваем вот третий наш слой. Пип. Тимошку. Пип. И дружка. Пип. Вот мы клеим четвертый слой. Дим, смотри. Голову вот так приклеиваем. Приклеиваем голову Тимки. И дружка вот так. И дружка, да. И дружка. И у нас остается последний, пятый слой. Он у нас уже подготовлен. Сейчас мы сделаем двухсторонний скотч. И доделаем, наконец-то, нашу картинку. Вот такая вот классная объемная картинка у нас получилась.
Мы сделали 5 слоев. Пойдем посмотрим. Да. Смотри, Дим, у нас вот такая классная получилась 3D-картинка. Сейчас вот сюда мы еще приклеим на картину такой скотч и сделаем рамочку. Вот Дима уже рассматривает нашу готовую 3D-картинку с Барбоскиными. Тут Генка, да? Да. Брат дружка, его друг Тимошка, они играют в футбол. И мой. Да? Вот, тут даже у нас такой вот есть крючок, можно на какой-нибудь гвоздик повесить. Как дружок, Дим, это дружок собачка. Да, дружок собачка. Да, он очень любит играть в футбол. Вот они у нас на нашей картинке побежали играть в футбол. Здоровская такая картинка у нас получилась, да. Готовы, готовы. Ну, давай будем открывать. Значит, что у нас тут? Вот, смотри, Дим, тут смотри, какая краска в таблетках. Дим, такие классные термопленки. Смотри. Смайлики. Очень красивые, Дим. Смотри, тут везде написано со светлой Пасхой, вот. Вот тут, смотри, в этой картонке можно подставки для яиц. Вот так вот они таким образом отрываются. Вот. Ну и давай тогда сразу вот этот набор клоуна откроем тоже. Давай. Давай. Они еще готовы. О, смотри, какие классные клоуны у нас. Клоуны, да. Вот тут такие воротнички для них специальные. Смотри, Дим, это подставка. Они еще готовы. Какой у нас получился цветочек. Мы на него вот так кладем яйцо. Ставим яйцо. Да. Да, вот так вот. Это... А давай, смотри, какую улыбочку наклеим. Смотри, можно вот такого. Давай клоуна наклеим. Давай клоуна. Давай, вот у нас уже яйцо. С улыбкой такое, да, получается? Вот мы с Димой приклеили рот. Сейчас сделаем носик. Сейчас сделаем носик. Носик. Вот так у нас уже яичко преображается наше. Давай еще раз. Давай. В общем, очень интересное, творческое такое у нас занятие с Димой, да? В наборе у нас вот такой вот клей маленький. Давай вот сюда немножко нанесем клея и приклеим вот такую штучку. Классно. Вот такой веселый у нас получился клоун. Да, давай вот такого классного сейчас клоуна сделаем еще. Розовый. Вот нос. Розовый. В общем, вот такие вот очень классные у нас нарядные получаются яйца. Клоуны, да, Дим? Давай. Вот тут это можно им тут воротнички делать. Тоже яркие парики. Вот такие вот забавные рожки мы приклеим сейчас нашему клоуну. Вот такая девочка клоун у нас получился. Вот такие у нас получились классные подставки для наших клоунов. Вот такие они яркие, забавные, смешные, веселые клоуны. И сделали мы еще вот такие вот яйца-смайлики. Дим, смотри, какие у нас получились яркие, улыбчивые яйца. Вот, смотри, в очках вот такой классный оранжевый. Вот такой вот влюбленный у нас есть. В очках, да. Просто вот такое розовое яичко, улыбающееся. А это не очко. Вот такой вот подмигивающий. Хулиган получился. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Пока-пока. Пока-пока.